Приветствуя гостей, глава государства отметил, что считает важным визит такой делегации в это непростое время. Вы приехали с доброй гуманитарной миссией. Это нам очень симпатично, потому как мы планируем жить и развиваться дальше, несмотря на те сложности, которые имеют место быть сегодня. И наша с вами встреча, и тот вопрос, который мы сейчас обсуждаем, и то, с чем вы приехали, является свидетельством тому, что все у нас будет хорошо. Еще раз хочу вас поприветствовать и поблагодарить за ваш приезд. Добро пожаловать в Абхазию. Российский книжный союз, основанный в 2001 году, негосударственная и некоммерческая организация, объединяющая ведущих российских издателей, распространителей книжной продукции, полиграфистов, представителей культурного, научного, образовательного и библиотечного сообществ, бумажной отрасли, в том числе ряд писательских организаций и ассоциаций. Всего более 1500 субъектов книжной отрасли. Бессменный президент Союза Сергей Вадимович Степашин. С учетом ограниченных возможностей наших контактов со многими другими странами, в том числе нашего бизнеса, давайте тоже откровенно говорить, Абхазия, с моей точки зрения, может быть просто островом счастья. Но не остров, конечно, а республика. И климатические, и природные условия, и человеческие отношения, и историческая память, что называется. И потом, ну действительно, мы проехали, с Дуром поговорили, посмотрели. Конечно, очень хотелось, чтобы Абхазия, скорее всего, была без следов войны. Вот, я думаю, что это мы должны решать все вместе. Ну а что касается нашего проекта, я сейчас представляю здесь Российский книжный союз, я 21 год его возглавляю уже, еще работая в Счетной палате. Мы сегодня подписываем соглашение с Министерством культуры, взаимодействие РКС и Министерства культуры. Безусловно, Абхазия – это не только русскоговорящие, мне слово, правда, не нравится. Ну да ладно, термин такой существует. Здесь русский язык знают лучше, чем абхазский, в том числе абхаз. Стороны в лице министра культуры Дауракова и управляющего вице-президента Российского книжного союза Леонида Палько подписали меморандум о взаимодействии и сотрудничестве. Стороны обменялись подарками. Абхазская получила в дар ряд политических и исторических изданий. Российская – памятные монеты и книги Анзора Агумава «Старый Сухум». Элеонора Гилаян, Саид Агухава, Абаза ТВ.